Спорт и непринужденная беседа. В поселке Кратово состоялся медиа-ланч с министром физической культуры и спорта Московской области Романом Терешковым. Для репортеров подготовили и спортивный мастер-класс. Право пытаться как можно быстрее отвести эти бонусы, пробить, забить гол. Фраза «Живу спортом» стала девизом мероприятия. А чтобы углубиться в тему разговора, журналистам показали футбольные трюки. Ведение, передача, обыгрывание. Теперь репортеры владеют не только пером, но и мячом. Ну, мы попробовали некоторые упражнения, те, которые делают и дети, когда начинают учиться футболу, и уже взрослые мастера уровней сборной России. Все получилось, начинали, скажем так, робко, а в конце уже разыгрались и все получалось. Для мастер-класса футбол выбрали не случайно. Этим видом спорта в юности занимался Роман Терешков. Детские мечты о карьере футболиста, олимпийские игры в Токио и общение с жителями. Вопросов у журналистов накопилось много. Роман Игоревич, скажите, вы часто ездите по городским округам и общаетесь с местными жителями. С какими вопросами они к вам обращаются? Если говорить про спорт, то, конечно, это модернизация и строительство новых площадок. И говорить вот про Люберцы, мы были в Наташинском пруду, в центральном нашем парке. Ребята просили скейт-парк, он действительно там находится в таких достаточно плохом состоянии. Мы договорились, что администрация подготовит документы для того, чтобы зайти в государственную программу и сделать хороший, качественный бетонный скейт-парк. Задан вопрос и о реконструкции стадиона «Торпедо». В ходе работ планируют сдвинуть футбольное поле и установить современные раздевалки и трибуны. Наша задача – это то, что сейчас в госпрограмме есть. Наша задача – подвинуть это с 23-25 года сюда поближе, на 22 год. И, конечно, у нас остается таким пятном стадион «Торпедо». Он, конечно, в хорошем состоянии, хорошо его содержит, натуральный газон, но все-таки уже возраст берет свое. И нам необходимы новые современные стадионы. Также на территории стадиона построят физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.